Уважаемые участники скорбного митинга, посвященного самой трагической дате истории нашей страны. 22 июня рано утром началась самая кровопролитная история Великой Отечественной войны. Вероломное нападение фашистской Германии на Советский Союз не сломило советский народ. Наши деды, прадеды выстояли. Победа ковалась в тылу. Огромное количество азаровцев были призваны на фронта Великой Отечественной войны. Сегодня на этой площади собрались школьники, молодежь, ветераны, руководители образовательных учреждений. Я искренне благодарен каждому из вас за то, что бережно храните историю в каждой семье. Но, к сожалению, еще есть страницы истории, которые нам надо раскрыть, сберечь и сохранить. Огромная работа проводится нашим краеведческим музеем. Рядом юные патриоты. И, конечно же, нам по силам будет вместе с вами подготовить и написать книгу памяти, посвященную героическому подвигу воинов назаровцев. Война не сломила советский народ. Восстановили экономику, восстановили разрушенное хозяйство, и страна стала из пепла. Сегодня есть желающие переписать историю. Историю мы обязаны эту сохранить. Мы будем сами помнить и никому не позволим ее переписать. Наши воины доблестно защищают интересы нашей Родины сегодня на Украине. К сожалению, память у них оказалась очень коротка. И много еще предстоит сделать в этих тяжелых условиях, чтобы сохранить безопасность нашего государства. Всем стоящим здесь на нашей площади выражаю благодарность за бережное отношение к истории. Мы скорбим о той трагической дате, и мы сбережем память о наших воинах-победителях.